чекни на АФК. АФКшат, ясно. Открывай лечение поглощения, я первый попарахил. Самое главное, не Делорус. Нет, это вообще восьмой. Чёртова погиня. Народ, ты сегодня в котеде спалишь. На первой фазе, на второй фазе ты в этом. Ой, блядь, на первой фазе ЖНН приоритет диспел, на второй фазе ты диспелишь. Мы сегодня пойдем это два паладина, ДК и протовар. Риса, ты сове сегодня. Я так понял, мишки на этом боссе похожи, чем все остальные. Потому что все приходится вся воспринимать уклонение порезано. Тут еще имеет свойство блок. Блок парирования. У меня бой не проходит. Могу рейд открыть. Поставил. Все открыл. Так, скрыть. Поставил. Все. Да. У народ тоже танк. Сюда. Вот. Вот сюда. Так. По хилам. Так, 4 лока. 2 мага. Уже, наверное, сюда луки. Лёха, я что, первый раз? Печально. Дамажишь босса, все. И перебегаешь на костя. Так, сейчас подумаю еще. Гений написал, посмотрим, зайдет, не зайдет. Такс. ЖНН здесь? Слышишь? Спекаешься в хила. Mm-hmm.
Да мне на вторую фазу надо хил дополнительно. На первом мы и так типа прохилим в 5, на шестой, на второй надо. Так, Жнен спекается в хила, дальше. По диспелу тогда у нас Монорот остаешься. Так, да, Магера. Так, короче, по малому кругу. По малому кругу, если что, у нас бегают. Короче, Делорус, Мозер, Библ, Санты. Плюс кислый, 5 человек. Малый круг скиллов. Холли Пал, плюс кто по соло таргету больше, Прости или Кирс? Короче, плюс Прости. Кирс тогда вместе с силой бездны. И вместе с Женаэном по дальнему кругу бегаете, а Матиола, Розария и Прости по ближнему кругу. Первый Кава танчит, второй я. Мишаня здесь? Мишаня здесь, нет? Леонов писал, что? А, релогается. Так, дальше, этот по миликам под боссом все, естественно, по замедлению. Стерелока баните дальних. Дальних. Контроль подходящих к боссу мелких, если что там кисло, через вихрь, да, через эту. Римперсик через вихрь, плюс войд, если что. То есть все, плюс ханты дальних тоже можете оставить ловушки. Звездопад, смотрите, совы аккуратно. В принципе, все. Так, я с коватом танчу босса по второй фазе. Так, сейчас метки поставлю, чтобы ориентировались. Лех, все может я лучше по ближнему кругу, потому что я так, скорее всего, до танков не буду всегда доставать. Да там холли пал, спросите, должны прохиливать танк. Ну окей. Так, просто давай тогда поменяемся. 4-3-4, ты тут опять. На вторую фазу забегаем через звездочку за исключением нескольких человек. Через печеньку забегает у нас. Так, кто там дискорд стоит, блядь? Кто там жрет? Так, этот. Через печеньку у нас забегает. Мишаня здесь? Где, блядь, Мишаня делся? Может, он ком прилогает там? Увидел, короче, что Гер, ну его нахуй. Не, он сам хотел сюда пойти. Гены не будет. Хуёво. Предупредить не мог. Это интересно. Чего он там после праздника отойти не может? Он мне наоборот, он написал, что он бухает. Где, блядь, Мишаня? Ладно, короче, по следующим пока распределю. Ой. Вторая платформа танчит у нас Кават. И слети от печеньки. Вот, грубо говоря, первая, вторая, третья, четвертая платформа. Все будут забегать через четвертую платформу. Так, секунду. Так, на первой Мишаня будет стоять, на второй Кават. Ту, которую мы будем бить... Не, Кават, не, нихера. Короче, там будешь Войд стоять. Как в прошлый раз ты стоял
На той второй платформе, да? Ты там будешь так же и Полина стоять. зашла. Полина зашла. Хорошо. Так, тогда... Тогда делаем следующим образом. Монород, спекаешься в Мишку. Мишаню туда с Рида убираем. Полину в Хилаже, наверное, обратно в того. Идем три рестор шамана. Рестор друид, холипал, т.ц. Такс. Еще. Тогда, Монород, смотри, как обычно, ты стартуешь на первой платформе. Блять. Метки поставлю. Потом скажете, запутались. Так, ромбик. Это, короче, Монорота. Или Кават. Лучше ставить. Ладно, Кават, стой, короче, здесь, в ромбике. Ага. Или Монород. Давай Монорота. Монород, короче, в ромбике. Дальше. А мне куда? Я скажу сейчас. Дальше вот здесь в трусах стоит у нас этот Войд на той платформе. В этой. Нет, Монород подиспелит же, наверное. Он в танке будет диспелить. Короче, он там, где луна, короче, есть. Бля, что нападает оттуда? Да ставь ты внизу. Вы тоже видели, как она упала, да? О. Короче, в луне буду танчить я, Кават, ты будешь вот здесь в квадрате танчить. То есть на самой последней платформе будешь танчить. Ну, точнее, для нас это будет первая. Смотрите, на второй фазе забегаем, бьем сначала луну. Крик Феникса отвернулись. То есть не забываем про эту хуетень, да? Дальше лужи выносим, перья. Бьем сначала луну. Первых 5 мобов взрываем, появляются 10 мобов, потом взрываем их об этого. Там буду танчить я. Дальше взрываем их от трусы. То есть трусы, грубо говоря. Трусы потом идем сливать, сливаем трусы. Дальше бежим бить ромбик. Сливаем ромбик. В ромбике всех мобов, когда бьем ромбик, старайтесь поконтролить. А дальше этот, когда убиваем ромбик, все от ромбика перебегают на квадрат, все мобы замедляются полностью, не даете им дойти до квадрата, пока мы будем добивать квадрат. То есть, в принципе, суть понятна, да? Так, по хилам, короче, с войдом между, получается, квадрат остается у нас хилить. Кто у нас остается квадрат хилить? Розария. Вместе с кислым. Короче, а не, стоп, не надо. Да, кислый останешься, тоже квадрат будешь бить. Потому что часть, когда мы взорвем, получается, убьем луну, часть мобов пойдет сюда, часть мобов туда пойдет. И получается, тут будет Розария, ты будешь бить квадрат, а здесь будет стоять Кават, если что... Будешь диспелить этого Розарио. Типа холипала, если что, будешь диспелить. Плюс дополнительно по двум мобам контроль дашь, в принципе, чтобы взрывов особо не было. То есть, чтобы они медленно дошли сюда, в этот квадрат. То есть, когда убиваем первую платформу, ты смещаешься. И у вас три человека, получается, вот этой метки в квадрате. Ты, Кават и Розарио. Вы стоите, хилите здесь. А дальше. Между трусами и... Луной у нас стоит, получается, Кирс, Полина и Сила Бездны. Кирс, Полина, Сила Бездны и Матиола. Вы все стоите здесь. Дальше этот. В ромбике, между ромбиком, ну, точнее, ромбик, там только ромбик надо будет хилить. Трусы будут хилить те хилы, которые будут находиться между трусами и луной. То есть там, Кирс, в приоритете будешь Войда подхиливать, Полина, будешь подхиливать меня. Но меня там хилить особо не надо будет, поэтому там старайтесь Войда прохиливать и весь рейд. Этот, там Матиол одна в соло.
дальше. Дальше следующий нюанс получается. Прости хилит ромбик. Сюда же смещается у нас. Сюда же смещается у нас кто? ЖНН. ЖНН смещаешься в ромбик. После убийства первого смещаешься в ромбик, где... Хотя нет, сразу иди. ЖНН смещаешься в ромбик и сразу этот... Диспелишь простю, короче, и бьешь ромбик. То есть максимум дамага в ромбик, плюс диспелишь простю. Все остальные, короче, бьют сначала луну, потом трусы, потом ромбик, потом квадрат. По ситуации буду уже ориентировать. Ладно, ставлю рыбу, даем баф. И... Рыба есть. Напомни... Бафнишь каски, я прото. Напомни, уже фир. Слабость. Фир — это усталость, слабость — стоп-каст, ярость — это дизарм, а рассеянность — не помню что. Рассеянность — это, по-моему, дизарм, а ярость — это сброс игру. Да, да, точно, рассеянность — дизарм. И... Да, ярость — сброс игру. Даю проверку на бафы на пол. Сапроты, сапроты, сапроты. Тактика особо не поменялась? Ну пока что ничего такого сверхъестественного. Главное, локи дальних старайтесь контролить с хантами. Ближних, если что, мы там через сов, через станы законтролим. Но опять же, не отпускайте баны до того момента, пока все мобы предыдущие не взорвутся. И магам не надо контролить, не надо. Давайте лучше разовые, там, 5-секундные контроли, где моб стоит на месте, чем, блядь, замедление. Ребята, я не подготовлен, дайте, пожалуйста, опрот подайте. Когда отменил жену Айна за аэродром, мне идти на дальний круг или на ближнем стоять? Короче, на дальний стой, на дальнем. Угу, у нас столько шаманов, поставьте кто-нибудь на ловкость тотем. Раздавак. Даю проверку еще раз. Без сапрота. Продайте ему сапрот. Все готово. Поехали. Хават первый, я второй. Чередуемся, как обычно. Напоминаю, на костах отбиваем. Да, лагает. Не знаю. Сда вообще. Каст. Перебеж... О. Чё, перебежать не можешь? Ты не видишь, что все делают? Спел. Этот ремперсик поднимаешь и выйдешь. Сразу баф по нему обновится. Каст! Забрал. Моба. Ближние пускай идут. Где контроль? Четыре бана. Где совы? Вот где ваш контроль? Я не видел ни одного вихря, нихуя. Не успел? Он взорвался. В смысле не успел? У тебя моб появляется, стоит 2 секунды. У вас когда моб появляется, у вас моб стоит 2 секунды. Только потом он начинает идти. Я последний буду. Лёха, серв пиздец лагает. Да. И нету никакой задержки, нету никаких лагов. Так у тебя, блядь, в танке нету, у тебя в танке, блядь, а ты покасти что-нибудь? Да, попробуй покасти, когда ты не танчишь.
просто по касте что-нибудь, не знаю, вспышку света или что там, какой длинный каст, и ты увидишь, какой у тебя, какой задержка кастуется в говно. Нет, я отрыв жму, у меня не прыгает, понимаешь? Чуть ли не вот, я кастую, блять, у меня нету такой хуйни. Вот сейчас на боссе на трае сделает. Блять, пиздец. Ебать лагает. Ты это, по монитору в один раз кулаком ударь, нормально будет. Ну вот смотри, у меня каст вот идет, блядь, нету задержки каста, ноль. У тебя каст на припуле. Именно припуле. Припуле сейчас сделаю. Каст-бар есть какой-нибудь? Ну, естественно, стоит. Какой? Блядь, я не помню, как он называется. Ну вот, любой кварц, каст-бар, просто и по касту, и ты увидишь красный. У меня есть, типа, задержка, там видно. В смысле, какой каст-бар? Он просто называется каст-бар. Там, блядь, есть... Нет, там есть, когда, блядь, этот, в адоне, когда получается у тебя задержка, то там желтым или красным зависит. Красным плюс несколько секунд, там, микросекунды, да, которые? Сейчас у меня пинг 100, задержки нет. У меня тоже нормально, и на боссе нормально было. У меня сейчас 45 кадров в секунду, задержка 23. С такой задержкой только играть можно. Ты в соседней комнате с рваком играешь, что ли? Да. Там Дезнарон рядышком сидит просто. Делоруса вообще или у кого там? Или у Сантея 55 пинг? А, вот 66. Нормальный пинг, типа 20. Там не пинги дело, там серф. Давайте бафом. У меня частота кадра типа 40 хером здесь. Когда взрывы идут, вот эта вся хуйня 40 с чем-то. Кто готов на позиционку? Видишь, ровно как каст идет. Давай попробуем при пуле. Все, поехали, все готово. Во, при пуле ровно, видишь, как я... Стою, кастую, вообще не задержки. Сейчас нормально. Сейчас попустило чуть-чуть. Каст! Каст. Моба в контроле. Все, пускай идут. Да не надо было. Побежал. Один моб идет, зачем там? Вот два пускай идут. Спускайте все. Следующую карту. Посел. В лужах не стоит. Води.
контроль. Пускай этот один доходит. Этим стан. Пускай два доходит. Отводи. Нормально. Одного чё, контроль, слишком... пускай доходит. Каст! Каст! Бежали. Просил кого-то. Че люди нормально. Сами не видят, когда крутится босс, что ты кричишь-то? Забираю. Когда доходит? Второй тоже каст. Контролем. Два пускай заходит, одного контролем. Все нормально. Пускай этим прошло, два могут доходить. Каст. Пала сверкнула одного. Пойду два. Пускай дети тоже. Каст. Моба. Дальних контролем. Пускай два тебе доходят. Дал массакру, проводи. Контроль тебе этих мобов. Ну все, пускай доходят два. Просил. Пускай. Этим, пускай два доходят. Забираю босса. Типа. Вывожу. Блять, за контроль. К2 доходит. Одного контроль. Люди с двумя дебаками. Служат. Чё, придут. В лужах не стойте, только то сдохните, блядь. Блин, не сдохнешь. С лужа был дебаф, да? Два дебаф. Вот так. Контрольте. Чё лужа, блядь, стоите? Там шивы. Пускай, пускай. Стой. Ну, шиваешку, чтобы зашло именно. Каст. Ману, рис этот полетал. В лужах только не стойте, смотрите за лужами. Пускай идут, этих двух я замедлю. Все нормально. Пускайте. Скай до 2. Походу хлопать надо, Лёх, сейчас каст 10%. Он же не успеет. Да, этот, давайте, давайте. Да хлопать же надо. Стопайте, стопайте урон. Стопайте, хлопаем 8, урон. 7. Стопните урон, блять, по боссу. Никто босса, сука, не бьет. Хлопайте мобов. 2. Ушло. Сейчас еще 2 пускай доходит. Хильте, просто хильте. Этот пускай доходит. Отпускайте тех. Отпускайте. 20 секунд, надо быстрее отпускать. Да, отпускайте, отпускайте. Лужа выбежали.
Ничего страшного, только первая ложа. Шивы нету. Несите, прохилите, прохилите. Ну, сука. Вы, блядь, кучно стоять не можете или что? Лиса. Ложитесь. Это был четвертый. Че с ДПСом там? Кто там на последних позициях? А вон я линканул ДПС, посмотри повыше перед тем, как мы стопнули. Че там последняя ДПС позиции херачит? Ну назовите, там не видно, 9-я позиция, 9 позиций. Персик. 8. 8 тысяч? Ты серьезно? Т5? Да я контроль, я еще адаптироваться надо, Лёв. В смысле адаптировать? Тебе, блядь, ДПС надо давать. Чтобы кинуть в секунду там, блядь, 2 контроля, это, блядь, не так сложно. Дальше кто там? На зум 12. Дальше кислый 12,5, грипп 13. В чем, блядь, у вас проблема с ДПСом? Почему он первая позиция дает по 20 тысяч ДПС, блядь? Ну ладно, 19, там, Неликс 19, блядь, Сантей, блядь, почему Долорес 19? Когда сказали стопать, ну вот я стопнул, ДПС падает сразу. Жена Н, блядь, где твой ДПС? Че жена Н кисло передамаживает? Кисло, где твой ДПС? Там всего лишь секунду надо кинуть контроль, блядь. Так один раз контролить, больше не контролить? Да, блядь. А я 10 контролей давал. Я постоянно, 3 идут одному смерть. Опять 3 идут одному смерть. Появились 4 новые. Идут, так, блядь, смерч и корни. Смотри, появились мобы, 4 дальних, нет, 4 дальних, контролят локи, плюс ханты. Ближних, по одному корни, по второму циклон. Даже если вы, блядь, друг на друга там, блядь, что-то залезете, все равно пойдут только 3 моба к боссу. 3 моба к боссу, если пойдут, нихуя страшно. По одному я дам стан, или Кавада стан, или Войд, блядь, бегает, раздает стан и контролит. То есть это, блядь, вообще не проблема. Когда 10 мобов появилось, вам главное дать, блядь, по одному корни, по второму циклон. Все, больше нихуя вам не надо делать. Все остальное время вы ДПСите. Получается вообще не ДПС, а нихуя вообще от вас. Чем быстрее больше ДПС, тем быстрее приведется. Тем меньше, блядь, потеть придется. Там, короче, в лужах, которые из перьев появляются, есть, если ты в них встал, в центре лужи, и появляется дебаф на тебе, и он стакается очень быстро. Один стак там плюс 20% урона. Это ты кому сейчас объясняешь? Или плюс 10. Да там 4 человека словили дебаф по 2 стака, а это увеличение урона от огня. Ну, соответственно, взрыв фениксов, этих элементалей, это очень больно будет, вот они падают в сталь. Даю проверку. Че, фризит? Нет. Я сейчас попустила нормально. Да, нормально стало. А во сколько хилов вы хилите? 6. Да? Да это Лёха, как пожаловали, сразу там все пофиксил. 6 хилов, 3 рестор шамана, этот холи паладин, рестор друид. Все. Просто Полина во второй пати, я вот и спросил. Еще раз, монород, что не хватает? Монород хера... просит. Кого я поставлю в ту группу отдельно? Ну, давай Матиолу туда закину. По мане будут, что Полина, что она садится. Какая разница? Он говорит в четвертую, не в пятую. Нет, просто там народ сразу, короче, не курил, что надо ей, ему тоже и Полину диспалить, потому что думал, что она дамажит. Я видела, что он ее, как бы, ну, одну из последних из хилов диспалил. Ну, вон я посадил тебе первую группу Матиолу, ее не так сильно критично, да? Тебе... Ну да, я хоть и покидаю, мне же кастовать такое, могу кастовать, могу не кастовать. Все, все здесь, все готовы поехать. Бля. ДПСим активно. Не так, что, блядь, там половина дает ДПС, половина хуйня дает.
Желательно ДПСить без топа. Каст. Перебежану. Контролем. Серьезно? Верю. Да не надо, так же. Пускайте. Забрал. В воде. Того, что дохуя. Ага, далеко. Этот мол пускай идет, второй тоже пускай идет. Не надо, зачем вот, блять, ему бан дали вообще? Хуй его знает. Че идет, да? Да, не идут. Пускай идут. Не надо, не стопайте. Проводи. Пусть доходит. Забираем. Пускайте тех. Кас. Не трогайте, пускай идут. Девочек ковали три стака. Чё? Одного, контроль. Застанил, проводи. Секунду, всё. Одно. Один еще вон придет. Каст. 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 Что идут, мама?
Куда вы с бана, блять, отпускаете? Блять, стоит моб бане, вы отпускаете. Ебанулись. Бан, блять, 2 секунды простоял. Дальний контроль. Отводи. Забрал. Блин. Чё ты? Агро. Блин. Ой, ты чего? Каст. Пускай это. Ревностный, стопайте. Стопайте. Вот сейчас подтабильная про... Блядь. Где прохил? Бэйр. Бафа. Войд лежит. А чё Войд дал? Ты как ты сдёл? Второй фазе. Ну чё там? Чё там ложимся, блядь? Контроль где? Чё там, блядь? Реально, что там, блядь, с прохилом? Почему меня босс, блядь, убивает? Где, блядь, прохил ебучий? Посмотрел Всем свою смерть. Загружаю 20, 30, 20, блядь.